Скажите, пожалуйста, почему большинство женщин живут с бытовыми, блядь, инвалидами? Он себе пожрать, блядь, приготовить не может. Была сейчас в салоне на бровках и случайно подслушала чужой разговор. Мне не стыдно, но должно быть, да. И девчонки обсуждали своих мужей и то, как они встают в 6 утра, потому что мальчики не хотят есть одно и то же больше одного раза. Я просто сидела и такая, блядь, молчи, молчи, ты вообще не должна была этого слышать. Поэтому я высру с вами в ТикТоке. Парни, я не понимаю, как вы живете с этими экономическими инвалидками. Понимаю, она не может заработать сама себе денег. Она не может купить себе квартиру, машину, дачу в придачу. Это ж надо додуматься вставать в 6 часов утра, чтобы идти на работу, заработать денег, чтобы ей дать каких-то финансов. Что-то ей купить и подарить, куда-то свозить. Вы что, совсем с ума сошли, что ли? Ёлы-палы, я этого не понимаю.